Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. Підвищення мінімальної заробітної плати, про недоліки та загрози, які мають враховувати українці, сьогодні нам розкаже економічний експерт Михайло Крапивко. Я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, у якому стані сучасна українська економіка і чи готові ми у цьому стані до підвищення заробітної плати мінімальної? Не говоря о том, что даже мировая экономика до конца не оклемалась после последнего всемирного экономического кризиса, украинская экономика потеряла очень много от пандемии, от марта, с марта по май жесткого карантина, и во втором квартале было зафиксировано Госстатом падение ВВП на 11,6%. Ну, в принципе, это катастрофическая цифра. Поэтому состояние экономики пока нельзя назвать хорошим. Экономика пытается застабилизироваться после вот этого вот жесткого карантина, пытается начать оживать только. Скажіть, будь ласка, так як до мінімальної зарплатні прив'язані податки, як це вплине на мікро, скажем та так, бізнес? Подъем мінімальної заробітної плати, который произошел с 1 сентября, на сами налоги не влияет, потому что ставка единого налога, она устанавливается от минимальной заработной платы, которая действует на 1 января. Но единый социальный сбор, ЕСВ, так называемый, он рассчитывается ежемесячно, и возникает момент, когда с 1 сентября предприниматели должны, и работодатели, точнее сказать, должны либо поднять минимальную зарплату, не минимальную, а зарплату всем своим сотрудникам, либо производить доплаты единого социального взноса до размера 22% от минимальной заработной платы. А яка взагалі середня заробітня плата у дніпрян і взагалі у українців? Ну, средняя температура по больницам между моргами реанимации, она всегда где-то на таком уровне. В принципе, средняя зарплата сейчас колеблется по статистике показателей между 7 и 10 тысячами гривен. Но почему-то поднятие минимальной заработной платы до 5 тысяч, оно вызывает очень большой такой отклик негативный, а следовательно, категория людей, которые живут на уровне зарплаты минимальной, она довольно большая. Ну, если взять минимальную зарплату, которая, скажем так, первый разряд бюджета, который привязан к прожиточному минимуму, то это в районе 200 с чем-то, сейчас не помню, по-моему, 120 гривен. И взять зарплату руководителя НАК «Нафтогаз» в несколько десятков миллионов гривен в месяц, то средняя получится вполне приемлемая. Взагалі є ризик, що підвищення заробітної плати мінімальної змусить бізнес, скажімо так, піти в тіні, виплачувати заробітну плату працівникам у конвертах? От ми з вами почали з вопроса, в якому состоянии бізнес, і в принципі определили, що він не в лучшому своєму состоянии, не вийшов із кризиса, при этом отсутствует так называемый платежеспособный спрос, то есть у населения не настолько достаточно денег, чтобы покупать широкий спектр товаров, получать широкий спектр услуг, а это тоже сворачивает выручку и сворачивает ВВП страны. Следовательно, любая дополнительная нагрузка, а это все равно налоговая нагрузка, она является более-менее критичной для бизнеса. Следовательно, что будет происходить? Вот давайте спрогнозируем ситуацию. Сегодня бизнес понимает, что за текущий месяц надо выплатить больше зарплаты, надо выплатить больше налогов зарплаты и больше начислений в виде единого социального взноса. Куда он может заложить эти дополнительные расходы? Он их закладывает в цену. При этом он прекрасно понимает, что при поднятии цены у него уменьшится оборот, то есть количество реализованных товаров и услуг будет меньше, потому что цена поднята.
И мы сегодня уже на продовольственном рынке, например, начали наблюдать такую плавную текущую дополнительную инфляцию в размере где-то порядка 5% в месяц прироста цен. При этом падает товарооборот, потому что у людей-то денег становится не больше. Но правительство рассчитывает на то, что увеличится поступление в бюджет. А є вот, знову ж таки... При этом, вот давайте завершим тему тогда. При этом бизнес должен принять решение. Он выдержит до конца года или следующий еще год. У нас на следующий год пока планируется поднятие минимальной заработной платы более существенное. Оно будет с 1 января, следовательно, оно повлияет и на размер налогов. Планируется, озвучивают так, 7-7,5 тысяч гривен. То есть полтора раза поднять. При этом бизнес должен понять, он выдержит это, сможет ли конкурировать, ему чем дальше заниматься, развитием бизнеса или же сворачиванием бизнеса, то есть увольнением людей, распродажей активов и, ну, в большинстве случаев либо переездом куда-то, потому что рабочих мест в стране от этого больше не становится. То есть закрыть свой бизнес, пойти в найм, это не всегда выход. Очень часто рассматривается вариант переезда в другие юрисдикции и занятия бизнесом в других странах. А при этом что подразумевается? Подразумевается вывод капитала. То есть тот капитал, который выручится от реализации останков бизнеса, будет вывезен в другую страну. Это повлияет на валютный курс национальной валюты, потому что увеличивается спрос на валюту. При этом начинается девальвация валюты. Як я розумію, це саме от ризик мікро та малого бізнесу, чи він розповсюджується? Ну, мікро-малий – це одно, а давайте поговоримо о крупном бізнесі. Мировая конъюнктура, ну, чим завжди жила Україна, да? Це торговля сырьем полуфабрикатами. Тобто метал, металопрокат низкого качества, ну, по мировым меркам, і сырье. Руда, уголь и так далее. Сегодня вся мировая экономика, она в состоянии спада. То есть потребность в этом сырье значительно уменьшилась. Ну да, еще аграрное сырье. Зерно, масла и так далее. Значительно уменьшилось. То есть крупный бизнес пострадал как бы намного раньше. И намного раньше уменьшил свои обороты. Но есть крупный бизнес, который, скажем так, заточен на внутреннем рынке. Это та же наша любимая энергетика. То есть куда поставляется? На внутренний рынок. Но если те же металлурги сократили объемы производства, то сократили, соответственно, и объемы потребления энергии. Того же газа, той же руды, той же электроэнергии. Поэтому у них спад точно такой же, может даже более чувствительный, потому что они как бы зациклены на внешних рынках, которые сегодня не в лучшем состоянии, и они уже в последние годы с трудом конкурировали с тем же Китаем, и сейчас стало еще тяжелее конкурировать с тем же Китаем. До речі, чи стануть жорсткішими перевірки щодо дотримання трудового законодавства у зв'язку з можливим збільшенням порушень? Ну, може, і стануть більш жорсткими, але який це буде мати ефект? Кому-то начислять санкції, а хтось просто під ці санкції об'явить себе банкротом і кількість робочих місць ще сократиться. То есть ужесточать проверки на сегодня – это, ну, как говорится, выжать бизнесменов до конца со страны или с бизнеса, свернуть украинскую экономику. Оно не столько даст прироста поступлений в бюджет, сколько потери за сокращение количества плательщиков налогов. Потому что каждый человек, гражданин, лишившийся работы из плательщика того же подоходного налога, превращается в получателя из бюджета субсидий по безработице. А извините, такие объемы субсидий в госбюджете не предусмотрены. То есть у нас еще может назреть социальный кризис, когда пособия по безработице прекратят выплачивать в связи с тем, что отсутствуют деньги, лимит выбран. А пересматривать еще раз бюджет, ну, это очень сложно. И в конечном итоге тогда бюджету надо будет признать
значительную потерю дохода, а следовательно сократить расходы на аппараты, на себя. На это у нас не сильно спешат решаться, и даже вспомните вот этот секвест бюджета, который был связан с формированием коронавирусного фонда и в связи с влиянием коронавируса, он не сильно как бы затронул доходную часть. На сегодня у нас бюджет предусматривает такую дефицит, дыру в 300 миллиардов. Это заимствования внешние. Их же тоже надо с чего-то отдавать и чем-то обслуживать. Поэтому, на мой взгляд, будет самым неосмотрительным таким телодвижением попытаться выдавить из бизнеса последнее. Ну, а от взагалі розумію, ми відповідаємо на це питання, яке я задам наступним протягом уже 10 хвилин, але все одно, на який економічний ефект, чи буде він взагалі розраховувати від підвищення мінімалки до 5 тисяч гривень от у умовах падіння економіки? Ну, я не знаю, як Мінфін обосновував это поднятие. Я думаю, что здесь обоснование менее экономическое, более политическое, потому что у нас в октябре местные выборы по всей стране, и правящей партии, правящей власти надо было добавить какие-то политические аргументы в свою пользу для выборов. Скорее всего, это аргументировано больше этими потребностями, чем экономическим эффектом. Мы видели уже разные изменения в нашем законодательстве. Мы видели подъемы ставок, мы видели расширение налоговой базы. Но реальный эффект бюджет ощутил как раз от уменьшения налоговых ставок, когда единый социальный взнос почти 40% стал 22%. Было и большее наполнение бюджета, и в это же время эта мера позволила сохранить рабочие места в период кризиса 2014-2015 годов. Благодаря этой мере сохранились рабочие места, и было меньшее сокращение, чем можно было ожидать. Мы говорим там про недоліки, про загрозы, а что же с переваг от підвищення? Вже просто переваги ідуть, всі укладуються скоріше більше в популістські, в політичні якісь дивіденди, ніж економічні. Ну, реально говоря, якщо ми побачимо в бюджетній декларації заложені от ці 7-7,5 тисяч, то мы можем ожидать сокращения почти от половины до 30% количества субъектов малого бизнеса. То есть они будут уходить из бизнеса. Куда они будут уходить, это, как говорится, второй вопрос. Они могут уйти за рубеж, они могут просто уйти в тень. Ну, в таком случае, если они уйдут в тень, бюджет перестанет получать даже то, что он получал от них. А на борьбу с тенью сил нет, это больше будет составляющей коррупционной в обществе. И если на сегодня власть считает, что она может повысить до 5 тысяч за счет теневого сегмента, то есть за счет того, что они считают, что большее количество денег вращается не в официальной экономике, а в теневой экономике, и они таким образом пытаются их вытянуть как бы в зону налогообложения, то, я думаю, это ложный посыл, раз. Во-вторых, если они считают, что тенизация экономики в такой степени происходит, то тогда экономика перестает выполнять уже какую-то социальную функцию. То есть бизнес отказывается содержать это государство. Это очень серьезный момент, поэтому будем считать, что все-таки они рассчитывают больше на популистское, чем они признают большую тенизацию. Но если вспомнить историю независимой Украины, экономическую историю, то в разное время у нас признаваемый правительством уровень теневой экономики колебался от 40 до 60%.
Ну, это просто как бы уже параллельная вселенная получается. Когда такое количество денег вращается сугубо в наличной массе. То есть это та часть, которая а. не содержит государство, б. она же может получать от государства пособие по безработице. То есть официально люди не трудоустроены, они имеют право претендовать. То есть, ну, ситуация такого неуправляемого коллапса. Я бы не хотел даже думать о том, что мы снова можем дойти до такой ситуации, учитывая то, что в последнее время очень большой упор делается на легализацию любых денежных потоков и в сфере борьбы с коррупцией, и в частности с финансовым мониторингом, то действия, направленные на тинизацию, они как бы с одной стороны нивелируют эти процессы, с другой стороны разворачивают их в другую сторону. То есть, что я хочу сказать. Финансовый мониторинг, он нацелен на то, чтобы люди как бы показывали и боролись, как рядовые граждане, за то, чтобы все их доходы были официальны, к ним не предъявляли никаких претензий там, при покупке автомобиля, при покупке квартиры, при любой крупной покупке, при переводе денег и так далее. То есть направлено подтолкнуть туда. Но с другой стороны, сокращение кормовой базы, то есть возможности получения официальных доходов и при этом жесткий контроль за расходами, они могут выпихнуть людей не то что из официоза, они могут опять же выпихнуть людей из страны. В те юрисдикции, где такого давления со всех сторон на гражданина нет. Поэтому, ну, как-то оно нелогично так укладывается. По логике вообще, любое повышение социальных стандартов, а минимальная заработная плата это есть один из социальных стандартов, должно происходить тогда, когда экономика начинает расти, когда возникает дополнительная маржа, которой можно попросить предпринимателей немножко поделиться с государством. Я когда говорю предприниматели, я не подразумеваю физическое лицо предпринимателя. Владелец там крупной финансово-промышленной группы точно такой же предприниматель в этой части. И когда у него растут доходы, можно убедить его поделиться и со своими людьми, и поделиться как бы с обществом через перераспределение доходов. Когда вот эта вот база поступления, начисления налогов сокращается, сокращается количество рабочих мест, сокращается обороты бизнеса, в этот момент просить еще больше поделиться, но оно по меньшей мере нелогично. Що ж, ми почули про, можна так сказати, перспективи нашої вітчизняної економіки. Сьогодні ми поговорили про підвищення мінімальної заробітної плати, які загрози, недоліки і, на жаль, дуже мінімальні переваги чекають нашу економіку, чекають підприємців, бізнес український, просто працівників. Нам сьогодні розповів про це економічний експерт Михайло Крапивко. Ми вам дуже вдячні за прес-конференцію. Бажаємо вам гарного дня. З вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Не перемикайте і до нових зустрічей!